Приветики, господа. Сегодня мы будем продолжать уже играть. Это уже 14-я серия. Мы закончили 15-я карта. Конечно же, я удивлен, что Нацуки вдруг сказала это место через карту. Возможно, ты меня справишь, Маша. С теми душами. Ты можешь что-то. Я в силе. Видишь, выпущу. Похоже, ты начнешь. Зон просто больше времени будет. Да. Я сам. Я составлю мне. Мерзость. Что? Получи! Вместо этого Нацуки вытерла ее своим пальцем и потерялась им моему. Ты хотела наибыстрее. Я схватила ее запястье, прежде чем она бросила мне на лицо. Ахаха, прекрати! Нет, пока ты не извинишься, за то, что назвала меня мерзким. Хорошо, хорошо. Я извиняюсь, что назвала тебя мерзким. Ты не знаешь, что я шутила. Просто забавно смотреть на то, как ты реагируешь на такие вещи. Ты постоянно делаешь со мной то же. Разве? Значит, нет. Я взял палец на цуки в рот следом раз. Что? Ты только что забрал пах на цуки. Ой, ты правда такие вещи. Ты молча на меня уставилась. Дыхание. Господа, это какое-то свидание с подружкой, блин. Я ж не люблю. Что говорит? Нацуки, она написала на ее плечо. В любом случае, я теперь положу их на плечо, да. Не прежде в этот момент, я все еще осталась на наших... Но сам момент был опущен. Я смотрел, как на Нацуки задвинул больше кексом. Так вкусно пахнет, кексы уже можно доставать из печи. Как только Нацуки открыла дверцу духовки, комнату заполнил теплый воздух и сладкий аромат. Господа, надо же как-то понравиться с женщиной. И она готовит, вот, а ее тоже нет. Я тут на цуки отдала. Хотя. А это для чего? Я взяла одну из. Вроде здесь. С днем рождения все. Я желаю, что ты скажешь, что ты очень глупая. Но на самом деле. Наверное, я поняла это. Ты о чем? Ты милая. Мы не в школе, никто не будет осуждать. Ты не. Можешь удивляться вести себя такой же, что я не буду думать, что ты милая. Ну, голос на все найти. Ты тоже. Ты что-то сказала? Нет, нет, ничего. Давай, Брюсси, извиняйся глаза. Она сказала, что я милая, блин. Очень приятно, когда кто-то подруга. Готовит ужин. Ага, потом. Ну, в любом случае, я надеялась, что у нас остается время для мамки. Но мне нужно быть дома к ужину. Эх, уже? До свидания.
кажется, что этот день не прошел за один миг. Более того, я заслужил. Думаю, я пойду. Спасибо за помощь и все такое. Увидимся завтра. Подожди, Насуки. Ты что-то сказал раньше о том, что не будет такая опасность. Это всего же должно быть ты. Ты показал мне, каким веселым может быть и быть, как ты и хотел. Кроме того, ты можешь приходить в любое время, хорошо. Если это возможно, ты хотел бы проводить больше времени так, как сегодня ты хочешь. Я думала, что... Внезапно Нацуки подошла ближе ко мне. Подожди, Нацуки. Я чувствую, как ее пальцы нежно схватили края моей рубашки, будто бы держала за меня. Что происходит? Я чувствую это уже довольно. Нацуки мне. Сайори. Привет, Сафиркопай, Сайори. Мне. Все в порядке, Сафиркопай. Ну, наш возраст, да все. Времени. Я думаю, ты... Ха-ха-ха. Господа, сейчас я приду. Господа! Увидеть что? О чем ты говоришь? Ну, знаешь, как ты веселишься с Нацуки. Как ты веселишься с Нацуки. И как ты сплезался с ней. Это делает меня такой счастливой. То, что ты завел таких хороших друзей. Это все, что нужно для меня. Слезы начали течь по лицу Сайори. Это все, что важно для меня. Почему я себя чувствую Сафиркоплей? Я должна быть счастлива за тебя. Господа, давайте мы продолжим следующую серию. С вами была я, Софи Плей. Всем пока.